Vous seriez surpris. Mais oui. Pardon. Jugement n'a pas cher. Мемуары господина Д'Артаньяна. Это Элиза. «Мир» или «Трактат о свете» Декарта. Я так и не дочитал. Может, подсунуть под дверь? Он увидит письмо, как вернется. Ну вот, письмо на месте. Пусть и поздновато. А теперь во дворец. Фу, в таких лохмотьях и в канаву стыдно. Не то что на бал. Постой, друг мой. Дай-ка я отнесу. О, спасибо, юноша. Максимилиан Робеспьер. Один. Арно. Шевалье из Телемы. Ваше приглашение. Ах да, оно у меня было, но по пути... Без приглашения не велено пускать. Отойдите. Следующий. Шарль Габриэль Сивер. Два гостя. Следующий. Какая толпа? Да уж. Thank you.
Приглашения нет. Вы меня тогда впустите? Что? Конечно, нет! Тогда, раз уж вам все равно, я останусь здесь. Прилезай! Встретимся в саду позже. Конечно.
вечер сегодня удался. Я и не припомню, когда мы так собирались все вместе. Потанцуйте со мной, красавчик. Спасибо. В другой раз. Молчали сегодня в скульптуре. Чего вы ждете? Она же декабрь. Я не позволю оставить меня в дураках. Совсем не меняется. Кажется, этот переполох из-за тебя. Ну что сказать? Твое пагубное влияние. Ну да, подставь твоему. На тебе костюм моего отца. А на тебе платье? Не начинай. В нем и пошевелиться уже подвиг. Что ж, значит, нашелся какой-то веский повод? Да нет же. Если честно, сплошь формальности и чванства. Ужасно. Раз не приглашаешь на прием и меня, страдай. Я пыталась, но отец был против. Отец? Откройте! Кто там? Беги, я отвлеку их. Что? Ты меня гонишь? Все не так просто. Объясню позже, а пока удирай. Ну нет, в